самое главное, идет окопная война, которая применялась в Первую мировую впервые. Окопы роют вперед, 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 вперед. Затем делают такие места, блиндажи, укрепления для накапливания. Потом дальше идут, дальше опорные пункты разрастаются, как капилляры новые. И с той стороны копают, 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 пока не доходят до броска гранаты. Потом начинаются перестрелки, захват, перехват позиций. Ты в трубу пойдешь туда? Ну а что там делать? Пойдем. Ну я помню, возле этой башни вообще никого не было, здесь только лазили. Кто лазил? Они те. Они лазят. Ну, ты видел, сколько как близко мы к башне подошли? Да. На карачках, как шахтеры, не приподнимая головы выше уровня земли, сразу отстрелят, моментально. Можно, конечно, повыпендриваться. Ну, пулю сразу получишь. Поэтому приходится немножко метр уже подумать, у нас позиции не окопанные.